За окном уже глубокий вечер. В стенах городского театра вечер в Гаване. Знаменитый анапский духовой оркестр репетирует. Через несколько дней музыкантам предстоит последний в этом сезоне концерт. Итоговый, но не просто концерт, юбилейный. С самого первого выступления 40 лет назад и до сегодняшнего дня Энвер Меджидов в оркестре «Самое сердце». Он играл и в эстрадном оркестре, и в духовом оркестре играл. Он разноплановый человек, музыкант. Не каждый духовик, который играет в нашем оркестре, способен отработать сольную программу один. Вот Энвер – это тот человек, который это может. Для нашего города это очень известный, выдающийся человек. Первый инструмент Энвера – валторна. С 10 класса я начал ходить. У нас, где я жил, не было музыкальной школы. Я ездил, тогда назывался «Дом пионер». Я ездил туда, учился. Потом поступил в музыкальное училище. Когда Энвер берет в руки свою трубу, зрители перестают дышать. Руководитель, дирижер оркестра Валерий Степанов называет оркестр лечебным, а музыкантов – волшебными лекарями. Музыка способна излечить и физические боли, и душевные, настроить чувства на мажорный лад. Много играю. Мне очень нравится. Вот мы «Гаван» играем, баллада была классная, почему-то мы в этот раз не взяли эту. Много вещей вообще трубных, классных, просто хочется играть. Для коллег Энвер и друг, и наставник, и педагог. Энвер вообще всегда готов помочь. Мы вот молодые музыканты в оркестре, и чего-то не знаем, у него большой опыт, мы часто у него спрашиваем, какой-нибудь совет, никогда не отказывает, всегда подсказывает. Но чаще всего его совет – это играй, как чувствуешь. Сам играет, как чувствует, и нам, молодым, советует. Специально для Эльберна Меджитова в честь его юбилея приготовил специальный подарок. Я не буду говорить, как он называется. Это сюрприз. Это недостаточно простое произведение. Программа концерта насыщенная. От классики до эстрадных и даже джазовых композиций. Здесь в этой программе будет только два произведения, которые публика наша слышала. А все будет в основном, все новое будет. Страшная душа горит. Хочу играть. А пока музыканты усиленно репетируют. Всего несколько дней осталось до знаменательного концерта. Анапчан и гостей курорта приглашают 15 ноября в городской театр. Начало концерта 18:20.